Привет, друзья! Перед вами медаль «Ветеран труда». Эта медаль одна из самых массовых, которыми награждали в СССР. Общее количество около 36 миллионов штук. На лицевой стороне, как видите, серп и молот и надпись «Ветеран труда». На тыльной стороне надпись «За долголетний добросовестный труд». Этой медали награждались работники в различных сферах. Учителя, врачи, госслужащие. Сплав Тампак, латунь с примесями. Есть легенда, что некоторые партийные госслужащие награждались серебряными медалями «Ветеран труда». На форумах иногда выкладывают фотографии, что вроде бы серебро. Если прочесть описание медали указа Президиума от 18 января 1974 года в качестве материала изготовления награды называлось серебро. Но в новой редакции от 29 апреля 1974 года посеребренный тампак. Честно говоря, я лично никогда не встречал ветерана в серебре. Думаю, что это легенда. В общем, всем спасибо за внимание. Лайкайте, подписывайтесь. Всем пока!